Здравствуйте, дорогие любители футбола. Сегодня для вас в прямом эфире работают комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. И мы уверены, просто не сомневаемся в этом, что грядущий матч вас не разочарует. Оставайтесь с нами. Посмотрим на состав Урала. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. И смотрим на состав ЦСКА. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самы. Это может быть опасный штрафной. Чем удивит ЦСКА? Вот в чем вопрос. В начале сезона команда находится именно на том месте, где и должна находиться. Они неплохо стартовали, да и говорить пока еще о титуле, конечно, рано, но клуб показывает именно тот футбол, который от него и ждут. Это несомненно. У сегодняшних гостей лучшая оборона в лиге. Да, защита у них в этом сезоне действительно в полном порядке, но пока загадок... И это удар! Отличный удар! Гол! Мяч в сетке! Как должно быть обидно вот так чуть ли не идеально отразить первый удар и тут же получить второй. Браво нападающий! Подкараулил этот отскок, сориентировался, а вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Отлично сыграно, надо решать. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защитника. Вагнер Лав. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отличное оборонительное действие. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Роман Емельянов. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Вагнер Лав. И в зону атаки мяч переходит. Угловой. Головой бьет он по мячу. И есть! Гол! Удар у него получился не сильный, но неприятный для голкипера. Тяжело под него было подстроиться, и как результат гол. Ну что сказать, голище! Отлично разыграли угловой и классно забили. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Владимир Хозин. Тут защита справляется с потерей мяча. Думбия. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Бить надо! Отличный удар! Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. На табло 3-0. Это разгром. Артем Фидлер. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вагнер Лав. Думбия. Это может быть опасная атака. Сейду Думбия. Думбия. Какой момент! Нужно бить! Это гол! Это гол ЦСКА! И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Опасно! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Артем Фидлер.
Роман Павлюченко. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Владимир Хозин. Роман Павлюченко. Прекрасно сыграно, мяч перехвачен. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. И вот любопытнейшая информация к нам буквально только что пришла. Давид Алаба переходит в Ювентус из Баварии. Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Вагнер Лав. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Жарко. Мяч летит в сторону ворот. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Стандартное положение. Нет, угловой. 2/3 матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отобрали мяч у соперника, теперь это Думбия! Близок он был к тому, чтобы увеличить преимущество своей команды. Армейцы в атаке. Плохо сыграно. Мяч потерян. Муса. Пока неплохо. Потерял он мяч, но кому он достанется? И это шанс забить! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Алексей Миранчук. Головин. 15 минут до конца основного времени матча. Армейцы атакуют. А вот это уже здорово. В последнюю секунду мяч выбит. Александр Головин. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ахмед Муса. Чисамба Лунгу. Может получиться интересная атака. На некоторое время обезопасил он свои ворота. И это должен быть гол! Да, это совсем не точно.
Миранчук. Думбия. И в зону атаки мяч переходит. Александр Данцев. Артем Фидлер. Александр Данцев. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Получает мяч на ходу. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти на навес.